Волшебная шарманка. Однажды в один небольшой городок приехал необычный музыкант. У него с собой был особенный инструмент, прежде не виданный в этом городке. То ли ящичек, то ли коробочка с разноцветными рисунками, окошками с картинками, с рядом деревянных и металлических трубочек и большой ручкой. Он нес его на спине, проходя улочку за улочкой, а в центре города, на большой площади, снял его с плеч и поставил на небольшую подставку, похожую на четыре ножки от складного стула, и начал вращать ручку. Тут же площадь наполнилась пением птиц, щебечущих между собой, отвечающих и пересвистывающих друг друга. Площадь оживилась, и на звуки пения птиц стали сходиться люди, и особенно детвора, которой так хотелось посмотреть, что же за пташка столь звонко щебечет. Жизнь на площади закипела. Кто бы мог себе представить тогда, что все эти звуки, эту чудесную мелодию создавал тот самый загадочный инструмент – шарманка.